Всем привет! С вами Арксплюй. И это не Лесплюй, нет, это у нас новый формат. Новый формат видосов, мы будем пвпшиться. Давно хотел это сделать, наконец-то уже дошли у меня руки. Давайте пару слов об этом моде, это у нас будет пилотный выпуск, самый первый, да? В Доте 1 можно было указывать мод, то есть ты вначале прописываешь, и там был соло мид. Потом, короче, во второй доте его долгое время не было. Потом добавили, люди были рады, наконец-то можно пвпшиться. Ой, Meet Only назывался, Meet Only, извиняюсь. И вот, наконец-то, да, теперь вообще сделали это отдельным режимом. Играешь один на один, соло мид. Или, просто говоря, пвпшишься. Мы сделаем таким образом, да, чтобы было максимально тяжело, мы будем каждый раз рандомить. То есть я не буду брать какого-то героя и обузить, я просто буду жать случайного героя. О, скелетик. Очень хороший выбор. Мы пока не можем начать, потому что наш соперник не выбрал героя. Я вам сейчас расскажу подробнее, что надо сделать. Давай, говно. Не стесняйся. И чё? Только не говорите, что он вылетел. Даун этот обоссанный. Клинкс, какой прекрасный герой, Клинкс. Но в любом случае, он не знал, что я пикну Клинкса, не знал, поэтому все нормально. Когда ты пикаешь, ты не видишь, что пикают враги. Так вот, какая задача? Или снести вышку врага, или два раза его убить, то есть до двух смертей. Но мы, естественно, постараемся убить его два раза, потому что вышку мы не снесем точно, у нас нету пуш-потенциала, хотя... Всякое, у нас есть первый скилл, который хорошо дамажит огнем. В принципе, у нас есть пуш-потенциал. Так, теперь мы сделаем так. Ой, второй скилл я имел в виду. Первый скилл у нас ускорение. Инвиз, да? Если сделать все грамотно, мы можем его обоссать. Надо все продумать. Все-таки Шторм это тоже, в принципе, нелегкий герой. Нелегкий герой, нет. Ни в коем случае. Так, как же нам это все сделать? Можно просто очень быстро пойти в дамаг, максимально в дамаг. У нас, видите, отличие от Клинкса, да, что у него ульта... Ой, не ульта, а инвиз дает ускорение. Например, у Баунти Хантера такого нету. Поэтому, в принципе, мы даже можем тапок не покупать. Нам на миду даже тапок не нужен будет, у нас будет свое ускорение. Ну, в идеале, чтобы его быстро убить, у нас будет первый скилл ускорения и второй, да, и третий мы, наверное, на разок прокачаем. Да, на разок, нет смысла дольше, все правильно. Ну, посмотрим, что получится, не будем загадывать. О, я забыл про крипов, я с вами заговорился абсолютно. Давайте, давайте, крипули, крипулечки. Так, вот по закупу, я думаю, что сделать нам. По, на, лови говно. Клинк славится тем, да, что им очень легко добивать крипов. Ну, сейчас, видите, меня отвлекает это говно. На, парашник. Видали, да, какие плюхи летят. Блин, я очень давно не играл Клинксом, поэтому надо немножко привыкнуть к его анимации. У него, видите, долгая анимация атаки. Ну давай, братюня, давай же, давай. Господи Иисусе, ну где фарм? Начинай фармить, давай, братюня. Во. Не, даже не добил крипа, красавчик, ладно. Нет, нам нужно начать фармить. Надо фармить, братюня, надо. Короче, фарм вообще ни о чем. Ну ничего страшного. Но я говорю, непривычно просто. У него такая анимация странная, он так долго замахивается. Да ты че, шмара, вообще обнаглела, что ли? О, как больно-то, а? Ага. Ага, да-да, давай. Давай, говно, давай. Пока, парашник, пока. Ну, изи-бризи. Это называется просто в размен. Вот это я люблю. Я люблю так в разменчик побегать. Ничего сложного, вообще ничего сложного, просто. Но все равно нужно начать фармить. Господи, я хоть одного крипата добью в этой игре. Что за бред? А, не, забери, короче, вообще. Все, я разучился фармить. В любом случае, постарайся, самое главное, это победить. Так, принесите мне, пожалуйста, покушать. Купим варды, естественно. Предугадаем сразу этого упыря. Кстати, он может вместо одного удара сейчас убить. Сделать молнию и все, и жопа мне. Опа, все, пошел, фарм пошел, хорош.
Ага, да, вы видели, да? Упыренок обоссанный. Вот что захотел, чмошник. Вот что захотел. Так что пойдем сейчас соберем руны. Опять же, здесь не всеми героями обязательно фармить. Нет. Самое главное это все вовремя сделать. Купили тапок, а почему бы и нет? Пригодится нам тапочек. То есть самое главное получить левел, например. Множество героев, получив левел, да, получают огромный потенциал. Я уверен, что он. А, у него пыль, он даже не стал борды покупать. Логик. Ну хорошо, ладно. На, парашника, боссаны. Ну, очень долго, конечно, у меня атака. Здесь, конечно, перчатка нужна и так далее. Хотя для этого, видите, ему, в принципе, и дали первый скилл. Это ускорение. Так. А, какой же я медленный, господи, какой же я медленный. На, парашник. На, чмо. С ультой у нас уже будет больше дамаги, будет больше хп. Будем покушать, будем крипов. Давай, братюня, давай. Опа, нет, не получилось. А, так мы еще и взяли какую-то руну. Хорошо, у нас еще и банка целая. Это просто превосходно. Как тебе дела? Как дела, говно? А? Лови пульку. Как тебе? Вкусненько, да, парашник? Да, там сейчас такие кусочки будут отрывать. Пу! Неприятно, братюня. Ой, как неприятно. Ах! Нормально. Все равно не понимаю, зачем он купил пыль, а не ворды. Вот это очень странно. Все, идем в дамаг, сразу вызываем Куру. Нам просто гораздо легче будет его через дамаг пробить. Нага, парашник, на. Вкусненько. Че, промахнулся, да? Давайте сделаем антипуш Лайна. А, как же он долго. Ну как же долго он стреляет, господи. Это ужас. Ладно. Так, внизу у нас есть руна. Давай, братюня. Здесь лучше всего пойдут фризы. Просто сейчас мы первый скилл качнем. А, ульту мы сейчас качнем, да. Потом фризулечки. И так далее. Опять же, я собираю фризы, потому что мы играем он лимит. Ну-ка, может его сейчас пробить? Нет, сейчас смысла нету. Вот на ульте может. Давайте сейчас получим ульту. И мы попробуем его убить сейчас. Кстати, да, мы сейчас можем даже пойти в размен. Нам просто нужно убить это говно. Пускай он нас убьет, ничего страшного не будет. Все, появился у нас ульта. Давай, братюня. Ну, попробуем сейчас. Так, у него тоже есть ульта. Да ладно, мразь. Давай, говно, давай, размен, ну. Ну. Нет, парашник, ты от меня не уйдешь. Изи бризи. Ох, ох, саны. Он пишет рад, прикиньте. Ахаха. Рандом. Он пишет мне рад, при том, что я рандомил, при том, что у него была пыль. Я рад. Рад переводится крыса. Я понимаю, что у меня инвизник, но извините, я его взял на рандоме. Я почти не фармлю, потому что я уже забыл про этого героя вообще, как про страшный сон. Пишет рад. Я понимаю, если реально, вот ты пикаешь, да, какой-нибудь там Брудмазер, да, вы знаете, что Брудмазер, у нее вообще пуш потенциал огромный. Но в любом случае, поздравляю! Первый выпуск, и мы обоссали первое говно! Поставь лайк! Напиши комментарий. Подпишись на канал.